мои подружки, это Кристина, это дочка Аня. Они вот приехали в Москву погулять. Нравится Москва? Нравится. Мы думаем поехать нам на фестиваль, наверное, Индии. Как считаете, в Сокольники? Поедем. Сейчас на немножко... Индии, на Турцию, везде поедем. На Турцию мы опоздали, он сегодня последний день, а на Индии еще успеем. Хватило. Давайте. Сокольников, да? Да. Итак, друзья, мы все-таки приехали на фестиваль Индии, купили, смотрите, у входа все такие веночки, создали себе офигительное настроение. И сейчас идем смотреть. Да, не создали. Да, смотреть, что же здесь интересного. Говорят, что интересно вчера был день, но мы вчера не успели, поэтому посмотрим, что интересного сегодня. Не. Итак, заходим, смотрите, здесь сколько сегодня народу, что здесь интересно. Вообще мне Индия нравится, не такие. Я отдыхала в том году на Гоа, это 28-й штат в Индии. Вообще было очень здорово, поэтому я с удовольствием сегодня все это дело посмотрю. Смотрите, так вообще просто такая вот там настроение, погода. Здесь можно покататься на роликовых коньках, на велосипедах. В общем, идем, смотрим. Так, мороженое. Значит, набирается вагончик покататься. А здесь, смотрите, я так понимаю, здесь какой-то египетский, хотел сказать, индийский, видите, слоны, изделия различные, видите, верблюды. То есть это все, наверное, из красного дерева. Здесь дальше идет национальное полотенце. А из чего это они все сделаны? Из дерева красного? Да? Красиво. Так, здесь различные сувениры. Видите, сколько людей, все желающих посмотреть. А здесь продаются специи. Специи. А сам чай, когда мы были в Индии, покупали. Видите, сколько желающих купить этот чай. Здесь различные браслеты. Я даже не могу подойти. Здесь написано «Экопродукт». Это различные... это сумки какие-то. Кошелечки. Варенье. Вот больше всего я заметила специи и чай. Здесь что у нас? Индийский рис. Угу. Это чаванпраш, наверное, да? А сколько стоит такая баночка? 950. Угу. Сейчас компаньоны подойдут. Так, это косметика индийская. Видите, лучше из Индии. Всякие крема. А тут же опять специи подошли. В общем, очень тяжело. Розыгрыш призов. Здесь какие-то призы. Видите? Здесь вот, видите, такой барабан. И видите, призы. Да. А в общем билетик стоит 100 рублей, да? 100 рублей. И, видите, дают всякие разные призы. И идет такая очередь. Видите, каждый что-то получает. Эй, кто сердцем? Нет, там еще подарок. Вот. Ничего себе! А это кофе. Рис возьми. И футболку. Да. Думали, нету очереди. Вот эта очередь вот за этими призами. Так, теперь я
Самая длинная очередь, значит, что-то... Нет, я уже скажу тебе. Там, значит, лотерея, и там 100 рублей стоит билетик. Вот эти все люди стоят, 100 рублей дают. Да, и они дают кому гель для умывания, кому кофе, кому рис, футболки обязательно. Ну, такие призы неплохие. Ну, стоит, да? А это, видишь, завлекает на какое-то шоу. Вообще, мне здесь очень нравится. И я смотрю чай, вот этот Ассам, он хороший, на самом деле, индийский чай, но там тоже... Организация интересная, праздник. Да. Масштабная организация. Видите как будто в Индии. Да. Все, поехал дальше. Здесь их не... А, смотрите, это их не зубные пасты, это знаменитая красная паста. Тоже мы такую покупали в Индии. Такую маленькую за 10 рублей. А, Хималаи все. А сколько вот такая паста стоит? Вот такая паста сколько стоит? 100 рублей. Третья 17 по 3 20. Чаванпраш. Это считается их лекарство от всех болезней. Очень укрепляет иммунитет. Видите как? Ну, конечно, не классно. А сколько стоят такие? 2200. А, это кашемир, да? А, шелк. Красивые. Так, я купила попробовать чай. Спасибо. Значит, вот эти две пачки... листового и один чай с манго. Да, с манго, значит, стоит 300 рублей, и это 300. В общем, короче, все по 300, и мне это обошлось, вот этот чай, 900 рублей. Попробуем, вкусно ли? В общем, на самом деле, ребят, очень оживленно идет здесь торговля. Но я хочу сказать, вот, не знаю, вкусный чай, невкусный. Потом сниму следующее видео, с вами поделюсь. Но 300 рублей... За такую, ну, по мне это, как бы, я считаю, что это нормальная цена. Здесь, смотрите, идут платки по 100 рублей, различные пареро. Видите как? В общем, люди приехали на шопинг. Ну, цены, конечно, что-то для платков 100 рублей очень дешевые. И, в общем, нету здесь пустых лавочек. Каждый для себя, кто кошельки находит, кто украшения. Видите, какие? И, ой... Везде, обложки такие различные. Видите? Даже и каждый находит здесь что-то, какие-то сувениры. Ну, хочу сказать, что здесь, наверное, какие-то... А, это мороженое, да, делают? Да, да. Ага, видите? Очередь стоит за мороженым. В общем, добавляют сиропа, добавляют бананы, мяту, и получается очень вкусное мороженое. Очень небольшая. Здесь, как всегда, различная косметика. Угу. Всякие. А они все такие. Крема. Всякие аромамасла. Красная паста тоже. А дальше опять идут, продолжаем двигаться. Такие национальные, ну или какие там, не национальные сумочки. Не национальные. Цветки. Угу. Одежда. Здесь индийская мехенди. Конечно, это здорово, когда есть возможность прийти, посмотреть какую-то другую культуру, заодно еще и погулять в парке, заодно еще что-то купить такое нужное. Ну, я считаю, конечно, это здорово, когда есть такая возможность. Ну, а у кого нет возможности, мы с удовольствием вам покажем. Пишите, что вас интересует, какие праздники, какие фестивали. С удовольствием побываем на них. Каких только нет благовоний, смотрите. Шкатулки. Ага. Мне сегодня подружка спрашивает, поедешь ли ты, Оксана, в Индию в этом году? Ну, я так что-то сказала, нет, не поеду. А сейчас мне кажется,
Почему бы не съесть? На самом деле, вот мы ездили в ноябре, мы ездили по очень-очень дешевым путевкам. Но это, конечно, с Москвы. Не знаю, как с других регионов. Не, естественно, есть подороже, подешевле. Тут идут какие-то лотереи дальше, шарики для деток. И опять же украшения, одежда, сувениры. И все, смотрите, пользуется такой дикой популярностью. Представляете, что я вижу? Я вижу манго, настоящий манго. Написано 2 килограмма, 1000 рублей. Вообще, в коробочках. Интересно, как они на вкус? Манго я обожаю. Смотрите, 1,5 килограмма, это 3 штучки. И тут же делают коктейли манго. Коктейль 1 стакан, 200 рублей. Ну, коктейль точно возьму. Ну, насчет манго не знаю. На ложку, 3 ложки, на вот сюда пасту делайте. Хорошо его маринуйте. Если рыба, вот такой надо. А чай есть такой? Чай вот этот перченый ваш есть? Масала как? Чай называется? Тоже в таких пакетиках? Тут что только нету. Я уже себе купила манго, чай. Я тоже уже купила себе. Чай, хны для мамы. Я предлагаю пойти туда за ограду зайти и посмотреть. Не, я... все ну, да, а может быть нам все-таки лучше уйти отсюда? С нашими подругами. Не-не, я их... потеряла. Вот сейчас она меня сама увидела, нашла, потому что здесь заходит. Друзей, знаешь, я видела недавно, они покупали духи. Смотрите. Они духи. Зонтики. Они... вообще классно. Ну, пойдем туда, зайдем. Смотри, какие тапочки. Там, смотри, какие красивые. Угу. Там, подойди, посмотри. Да. Вход написано, потому что столько людей. Все кучкуются. Смотри, какие. Сумочки. А сколько такие сумочки стоят? А вы не знаете, сколько сумочки такие стоят? 1800. Все сумочки. А это кожа настоящая? Да. Классные. 1800 сумочки. Такие симпатичные. Вообще. 1800, да, вот сейчас. Ну да. Здесь, конечно, цены, хочу вам сказать, не индийские, но все равно вещи все очень красивые. Девушка, не подскажете, сколько такая сумочка стоит? Ну, классно. Мы приехали в Мексику с индийской сумочкой. За нами бежала американка, говорит, где вы взяли? Угу. Акция. Одна сумочка. 300 рублей. 2500. 3700. Смотрите, всякие 3 вещи за 2000. О, всякие фигуры, колокольчики. Кошелечки по 250 рублей. Вот эти вот, видите, подвешивают. Красиво. Такие кошелечки, смотрите, какие. А, это... это копилочка. А, это копилочки. И кармашек, чтобы вытаскивать монетки. Угу. Следующий год не будет. Слоны, конечно. А это кожаные тапочки, да? А сколько стоит, не знаете? Ну, 500. Это отряд 700, а эти 508. 508, симпатичные. А вот эти 700, да, вы сказали, нижние? Нижние 700, а вот эти 500, Лен. Они из чего? Кожа на настоящие. Угу. Мягенькие такие. Как картон, мне кажется. Это тебе так кажется. Они сидят только с пальчиком. Угу. Большой указательный палец вас соединяем. Некоторых так здорово получается. Вот девушка.
Смотрите, какие фигуры. Везде какие-то мастер-классы. И вот сейчас девушка обучала. Чему она обучала на сцене? Как держать руки. И кто красивее всех подержал, тому тут же приз. Видите, какие прекрасные фотосессии можно сделать. Нарядиться в старе. Ой, смотрите, прям-таки праздник. Фигуры надутые. Угу. Так. Супер. Вокруг себя надо. И на плечо. Я буду помогать. Вокруг себя. Мастер-класс по одежде сари. А сейчас придут девочки и проведут тут мастер-класс. Я одену вот такой сари для того, чтобы сделать несколько снимков. Вот, друзья, смотрите, не одели в сари полностью. Но вообще, конечно, классно. Вот я сфотографировалась. К сожалению, я не могу снять ее полностью. Но ничего, смотрите, здорово. В общем, ребята, мне очень-очень нравится здесь находиться. Здесь такая атмосфера, еще раз повторюсь. Как друзей, так мы еще находимся в поисках. Договорились встретиться, где идет у них мастер-класс по танцам. Потому что здесь невозможно пройти. Здесь хочется и сари одеть, и сделать красивые снимки. И полежать в шавасане, отдохнуть. В общем, тут ну просто потрясающе, конечно. Молодцы, мне очень нравится. Единственное, что одного дня, наверное, и недостаточно, чтобы здесь нагуляться, так по мне. Достаточно? Классно. Присели на лужайки. Прикольно. Желающие поют. Ребята, фестиваль, конечно, утомительное дело. Смотрите, народ уже лежит. Да, конечно, я шучу. Они делают, занимаются йогой. Здорово, прям на свежем воздухе. Наконец-то мы встретились с девчонками. Девчонки, как вам сегодня день Индии? Прекрасно. Прекрасно. Мне, знаете, что понравилось? Что здесь вот, понимаете, такая атмосфера, как будто я нахожусь в Индии, короче. А у вас нет такого? Тоже, только сари. На мне невидимая сари. Не-не-не, я была, у меня все было. А, у тебя все было. Ладно, сейчас, наверное, все-таки все время здорово. Уже без 10:05. Мы ходим и ходим, пора перекусить. А мы еще и пошопились маленько. Да, мы тоже, мы купили. Но это будет тайна. Я купила чай вот этот, масала, который с перцем, обожаю с молоком пить. Очень вкусный. Ладно, пойдемте перекусим. Все, девчонки, завершился наш сегодняшний поход. В парке Сокольники. В общем, все было классно. На самом деле фестиваль Индии в Москве прошел на ура. Очень понравилось, с удовольствием. Походили, посмотрели, поучаствовали. Все, а вам большое спасибо за то, что посмотрели это видео, за то, что были с нами. Ну, что могу сказать, подписывайтесь на наш канал. Все, всем благ, до свидания. Пока-пока. Пока-пока.